кто-то из этих детей попал в больницу недавно, кто-то уже много дней не покидал палату. У каждого своя история болезни и свой диагноз. Но все они к Новому году ждут выздоровления как главного чуда. Дети мечтают о празднике и подарках. Их пожелания можно прочитать на открытках со снегирями, которые украшают елку желаний, что в гипермаркете «Магнит». Чтобы исполнить мечту больного ребенка, детей инвалидов и сирот, достаточно выбрать снегирька и купить подарок. Вручить его можно лично или передать волонтерам, они отвезут подарки детям. За 4 дня уже собрано более 400 кукол, конструкторов, машинок и других игрушек. Эта акция как раз и направлена на то, чтобы и этим детям сделать немножечко радости, доставить какого-то удовольствия для того, чтобы и у них в эти праздничные дни улыбка не сходила с лица. И это хорошее настроение помогло им и выздороветь, и в семье, чтобы близкие, увидев радость на их лицах, тоже почувствовали заботу о том, что их дети не забыты, и о том, что они также встречают праздник, как и все наши россияне, как и все наши лабинчане. Кстати, сделав добрый поступок один раз, многие неравнодушны к чужому горю лабинцы снова возвращаются к елке желаний, чтобы отдать частичку своего тепла и другим детям. Благотворительная акция «Новый год придет в больницу» продолжится до конца декабря. Наталья Твиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».